Друзья, всем привет! Второй выходной. Вчера был в лесу. Получилось немножко покопать. По скифам нашел наконечник, заколку, часть браслета ржавешного или шейной гривны, непонятно что там. И сегодня опять выходной. Делать дома ну просто нечего вообще. Я поспал до 9 часов и отправляюсь обратно в лес. Пройдусь в разведочке, попробую там один ручеек. Лес, конечно, ну очень заросший. Просто сильно заросший. Не знаю, что с этого получится, конечно. Тяжело ходить, но не получится покопать. Пособираю грибочки. Ведра, конечно, нужно было взять, ну... Пакеты там есть какие-то в машине. Буду в пакеты собирать. В общем, все, отправляюсь в лес. Буду на месте. Покажу вам, обрисую картину. Место еду новое. Идти в разведке. Не знаю. Не знаю вообще, было там что-то, не было. Но, по крайней мере, попробую. А вдруг за что-то зацеплюсь. Такое тоже бывает. Я тут Коляныча как-то отправил по одному ручью походить. То Коляныч за клад зацепился солидов. Солиды там были полтораки. Ну такое. Вот такое. Ладно, ребят, едем. Будем в лесу, включимся. Ребят, вот я добрался наконец-то до леса. Вышел. Хочу один интересный ручеечек проверить. Что-то он мне так приглянулся. Пройдусь в разведочке. Есть первая находка, сейчас вам покажу. Смотрите, какие места тут шикарные просто. Огонь. Места просто шикарные. Тут бугорочек такой. Вот сейчас начал ходить возле этого бугорочка. Туда так низина пошла. А ручей у нас вот там вот снизу идет. Я как бы наверху получаюсь. В общем, есть первая находка. Совсем не то, зачем я сюда приехал, но тем не менее находочка. 1930 года. 3 копейки. Вот так вот. Пойдет ранние советы. Все, берем, идем искать дальше. Значит, друзья, смотрите, вот здесь вот у меня было сейчас 3 копейки. Вот тут вот начал копать сигнальчик, не докопал, еще сейчас докопаю. И рядышком землю так сюда выкидываю, проверяю, есть сигнал. Еще пинпоинтером не могу найти. Сгребаю землю, проверяю, сигнал под землей. 5 копеек. 1938 год. СССР. Еще одни ранние советы. Класс. Палычу привет. Все, забираем. Сейчас докопаем вот этот сигнальчик. Еще посмотрим, что там. Значит, смотрим, друзья, докапываем. Пуля. Пуля. Такая в окиси. Поржавевшая. Все, идем дальше. Сейчас покручусь здесь. Может быть, тут какая-то потеряха света все-таки есть. В общем, не выключайтесь. Смотрите дальше. Есть еще один сигнальчик рядышком, друзья. Вот там вот я сейчас все это выкопал. Бьет как-то так. Цветным 72-73. Сейчас посмотрим, что там. Может быть, еще одни советы.
Не, не советы, друзья, это пуля. Еще одна пуля. Закапываем ямку. Идем дальше. В лесу хорошо, погодка шикарная. Бабье лето. Просто класс. На солнце даже жарко. Сейчас где-то в тенечек передвинусь. В теньке похожу. Смотрите, друзья, кто знает, что это такое, напишите мне в комментариях. Я-то знаю. Это соль ложат для там лосей каких-то. Смотрите, какая прикольная. Такие вот квадраты соли ложат специально для животных, чтобы они могли лизать. Перевернем им наоборот, пускай, чтобы языки не поцарапали, потому что острые очень края могут поцарапать языки. Перевернем вот так вот. Поставлю, пускай лежат. Значит, находочка есть, друзья. Возле этого столбика вот такая вот железная пряжечка. Ничего, в принципе, особенного, но хороший звоночек. Это значит, что где-то я на правильном месте. Такая что-то средневековая, я думаю, может советы какие-то. Не знаю. В общем, забираем, идем дальше. Смотрите. Есть сигнальчик еще один, друзья. 89 бьет. 86. Сейчас глянем, что там. Какая-то штучка бронзовая. Интересно. Что это такое? Непонятно. Ладно, идем дальше. Друзья, возвращаюсь назад. Прошелся сейчас вверх по ручью. Там такие мрачные места, капец. Дубы такие старинные растут. И так жутко. Просто вообще. Место такое не располагает вообще к себе. Тут ручей у меня слева по мою руку. Он зарос, конечно. Вот смотрите. Видите? Он зарос осокой. И когда-то была хорошая полноценная речка. А сейчас уже все. Так, буду идти в другую сторону. По ручью попробую где-то зацепиться в другом месте. Пока интересного особо ничего нету. Серега? Шо вы? О, встретились наконец-то. В общем, сейчас будем, может, сейчас с ребятами примем какое-то решение, куда нам лучше пойти, потому как что-то здесь как-то очень тихо. Попробуем, рядышком еще два ручья идет, попробуем зайти туда на них. В общем, иду дальше. Шо у вас? А? Я понял, шо у вас? Слушай, ну там дальше такое болото, короче, жуткие такие места, капец.
то я решил вернуться. Может, сядем, переедем туда к бабке? Покушаем заодно. К бабке, к детке. А ты по телефону говорил? Не, я на камеру говорил. А, она сними это, может, себе. Давай. Такое дерево. Смотрите. Как его завернуло. Показывай, чего интересного нашли. Ничего. Ничего? Чего-то же нашли. Думал, сначала веревка. Это не серебро часом? Такое в патине, в такой. Ну, не знаю. Не, медь, наверное. А может, серебро? Короче, это не важно. Угу. Повезло, что вместе. Ух ты! Вылетела вот эта штука. Класс! Офигенная вообще. Слушай, шикарная люлька. Слушай, я никогда люльки не находил. Самое прикольное, что ободков нет. Как ракушка сделана. Видишь, вот эта цепочка есть. Это там же, вот в одной ямке было. Там что-то еще должно быть? Да ничего, уже пропикал, прокопал, ничего. Обалдеть, целенькая, класс. Да. Офигеть. Крутяцкая. И все. Цепочка. Это сюда табак набивали, да, здесь курили? Ну, здесь, да, здесь еще такая крышка должна была быть. Которая закрывается. Еще такая вот муштук, или как он должен тянуться. Деревянный он был или какой-то? Не, я не знаю какой, может, керамический. Обалдеть. А там же каждые трубки по-разному. Такого никогда не находил, целенькая такая вообще. Супер, класс, шикарная находка. Угу, пойдет. Друзья, посмотрите, какие места интересные. Русло старой реки. Видите? Как его заворачивало. О, жабоквак. Земляная. Вроде бы как жаба. Такая быстрая, капец. Смотрите. Остались ямы такие. Вот так вот оно шло туда. Весной, наверное, наполняется, течет ручей, все стекает с леса, и тут хорошо звенит ручеек, а сейчас все сухо, песка вот понамывало, как наверняка водой понамывало. Я туда пойду, похожу вот здесь вот. Буду в ту сторону вверх продвигаться. А там вот еще один. Река там. Ну такая, как она сейчас не река тоже, но побольше была. Это просто ручеечек впадал. Такое интересное место, красиво очень. Все, иду искать дальше, смотрите. Целый день поисков, друзья. Целый день поисков. Три ручья я прошел в разведке. И вот, наконец-то. Наконец-то я его нашел. Смотрите. Вот он, красавчик. Вот он, хорошенький. Семочка. Наконечник. Такой сигнал был классный вообще. Не очень глубоко он лежал, но приятно. Блин, как их приятно находить. О, класс. Целенький, хорошенький. Немножко закисший, правда, но ничего страшного. Наконец-то нашелся. Сейчас буду вот здесь вот вокруг ходить. Вот такие вот места. Вот такие вот места. Тут я не был еще. Сейчас похожу здесь, может, он тут не один. Все, не теряем время, идем дальше, друзья. Все, друзья, закончился наш коп на сегодня. Идем к машине. Такой прекрасный вечер. Листва, смотрите. Какая красота. Листва желтеет, краснеет. Скоро будет опадать. Уже осень близко наступила. В общем, вот так вот прошлись в разведке. Ой, как классно. Солнышко еще греет. Прошлись в разведке три ручья. По находкам
Ну, такое особо не очень. Один наконечник по скифам, две монетки по советам, да и в принципе все. В общем, походили, подышали свежим воздухом, хорошо провели время и нормально, я считаю. Сейчас к машине и домой. Все, всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем удачи, друзья. Всем пока.